Что, запасом тогда слад будем делать? Нет, слышишь, кружок очумелой ручки. Ты смотри, вот тебе, у тебя так не прокатится. Тебе могут карандаш в глаз захуярить. Но у Славки получится, я думаю. Так я одного не понимаю, зачем вот сюда вот какие-то уши? Ну, он же, блядь, поворачиваться будет, его же, блядь, провернет, нахуй, пластинку. Думаю, что его отсюда вывернет? В смысле? Думаю, конечно, вывернет. Так не нахуй. Давай, сделаем, по бокам упора. Мне все равно, я просто спросил его. Не-не-не, ну, чтобы он не шевелился, чтобы он на месте. Во-первых, его сейчас стопудово выгнет, Слав, под эту хуйню, туда, промнет все равно. Вес охуительный. А? А, нет, да? А торцы не подточим? Дашь мне болгарку, я сам тогда шлифану. Тебе не нужно. Почему? Тебе все нормально. А, все, заебись? Понял. Глаза! Хуёвый Слава. Ты не говори так, нахуй. А то варить не будет, нахуй. Забросит, нахуй. Что ты делаешь? Я подписчики ослепнул за сварку. А, мы им сейчас скажем глаза, нахуй. Глаза! Они же все маски одели за компьютерами и смотрят. Отхватил? Я им прикрою, слышь? Ты хоть поздоровался с подписчиками, там сказал бы здрасте всем. Новая рабочая неделя, понедельник, нахуй, день тяжелый. Сидишь ты. А, сегодня понедельник, блядь, да, у меня сегодня понедельник. Вторник, да? Вторник. Да какая разница, они что, знали, что ли? Мы им число не будем говорить. Акустическая полка. Июль. Я вот здесь смотрю. Акустическая полка? Вот смотри, она у тебя ездит. Ну и что? И хорошо. И ход есть. Пускай ездит. Все? Да. Ну ты обварить не будешь шов сплошной? Пока. А. А ты на месте будешь? А я думал, что заберешь туда, в киски нет. А. Ну хорошо. Пойдем посмотрим, у меня в жопах есть как-то. Вот мне тоже такое сделать. Не, тебе не надо. Я тебе не буду, я пошел лапать. Надо тебе свое отдать, короче, не ебался. Пошли обзор на обнову делать. На ту? А я там нихуя не понимаю. Я тоже такая вся, я хоть начитался, но ничего не понимаю. А происходитель он, блядь, я происходитель. Ну там нет, и что? Блядь, ну как его продать, вот понимаешь? Как конкуренция, это? Надо продавать уметь. А-а-а. Преимущества, системы там умные, а знаешь. Недостатки. Недостатки и потом в процессе. Ири, надо бы кислое дать, мне смотри, как новенькая. Да. А у меня флигелем натерло ее больше всего. Ну он больше всего и давит. Да у тебя вообще ничего, считай, нет, нахуй. Видишь, пальчики стоят, ну как? Как ты видишь, она... Ой, бляха, муха, у тебя еще больше, чем у меня. А куда ты денешься? Ну, тебя, видишь, эта рамка вся летает, нахуй. Ну да. Ну, она разборная. Угу. А у тебя летает. У тебя только вот низ, видишь, меняется, может, весь протерся. Вот да. Это как, полевая доска, нахуй. Типа того. А что ты винт нет? А, ты плуху цеплять собираешься. А почему цеплять, что я снимаю? Масло слея, то это уже закоксовалось, нахуй. Это корчевание, вот ебать мозги. Да, но... Поездил два дня. Да, но у Михалыча полопалась вся эта баночка. Ну, она полопалась, а отломилась, короче. Отломилась, понятное дело, она хрупко становится. Видали, народ? Гляньте, какая вещь стоит. Как вам аппаратище? А? Прицепной опрыскиватель. Амазония UX 6201 Super. Да, не в полной комплектации, конечно. Как хотелось бы. Ну и так... Десятки-десятки миллионов. Бак 6600 литров. Штанга 36 метров. А? Я вот что думаю, а самоходник у нас подрючивать будет. Да. За счет этого. Четыре вида распылителей. За счет того, что бочка. Подсветка на каждый распылитель, друзья. Компьютер свой. Дышло. Гидравлическая нога. Сдвоенный. Плунжерно-поршневой, да, он называется правильно, Лёха, я не помню, как он. Не, мембрано-поршневой он, мембрано-поршневой, сдвоенный. А что это? А лесенку надо? А лесенку, да, надо на цитанку, да? Полопал я. Бах чистой воды, 550 литров, нах. Где, Лёха, это чека, нах?
закрыть. Ой, я не ту плеть что-то открыл, да? Она на магните. Крышка на магните. Все с плотными резиночками. Здесь есть ящички, полочки. Вот куда только линейка делась, слышь, мерной, на. Умывальник. Да, умывальник со своим пистолетом, гляньте, а. Сколько, 55 литров он бачок вроде идет. Все для заправки химии, для мойки канистр из-под химии, бак, свои кранчики, все есть. Даже вот видишь, что есть? Мыло жидкое есть. Бак под чистую воду со своим рукомойничком, все как полагается. Здесь компьютер, где отображается заправка полностью, краны и прочие ништяки. Фильтр, да? Это маленький фильтр. А здесь фильтр. Здоровый фильтр. Ну, в общем, ребят, вещь охрененная, дорогущая. Понял? Система какая? Все, что ли? А, ну все, он лег плотно. Все, так и есть. Общий кран для закачки, смешения. Как я понял, вообще система автоматическая. Вот этот кран, он сам закрывается, когда наполняется. По идее, да, он тебе просто показывает. Да, 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 наполнение, а, все. А здесь отображается процесс наполнения, все по литрам. Колеса здоровенные, мишленовские, 480-80R46 размер. Правда, какие-то перекачанные, все шишками, блядь, пошло слегка, нах, торец. Ну, это все херня, да. И штанги еще не до конца собраны, еще куски штанг там лежат у нас, около ангаров. А так все, и далее. Две пружины. Офигеть. А так крышка на магните. Все, видите? Ну, John Deere шестерка будет, скорее всего, таскать этот аппарат. Прилограммное крепление штанг, цилиндры, датчики и прочие ништяки, все имеется. Вон, младший брат едет. А, да, младший брат, да. Бочка, как пишут сайты, друзья, сделана по технологии, полностью летая, без каких-то ребер жесткости, полностью круглая. Внутри форсунки для промывки этой цистерны. Сделано так, что вся жидкость собирается в одной точке. Единственное, что почему-то нету днища. Днище должно быть закрыто полностью, по идее, у него. Все должно быть гладкое, но это может быть не докомплект. А почему я сразу сказал вам, что не в самой полной комплектации? Потому что у этих опрыскивателей, у них... есть модификация с поворотной осью, у нас без поворотной осью, и оборудованная тормозной системой. Здесь как бы барабаны все есть, но тормозных камер ничего нету. Здесь вот просто ролики и прочее стоит, но без всего. Ну, Миш, на джудер подходит? Да какой Миш, знаете, стакан. Сколько тут, грамм 20, нах? Ну, таким накидался. А быстро? Смотри, сколько народу можно. А быстро сколько? На поле сообразить. Как бы центр тяжести низкий должен быть у ней. То есть она как бы вот здесь в расширение идет. Ну да, там узкая. Видишь, оценил. Ну, 12 сами пойдет тебе? Нет, я говорю, всю хуету покупают, блядь. Вот трактор мне покупили, блядь. Сколько тракторов можно было купить за эту цену? 20. 4 трактора, ебаного. Ну да, по 5 миллионов, в принципе, тебе нормально, да? 4 трактора. А так все, видите, площадочка. О, слушайте, те же самые ленты против скольжения, что я клеил на свой чемодан в тракторе. Все, здесь все, конечно, высоко. У меня рост 1,90 м, и скажу вам, бочка мне где-то по грудь. Я стою здесь. Здесь, как обычно, сетка установлена. Хотя, что через нее делать? Все закачивается, по идее, само уже. Все мешается само. Здесь поплавок. Здесь штанга. Вот там вот, видите? Форсунки. Сделан в такой геометрии, чтобы вся рабочая жидкость скоплилась ровно на днище. Скажем так, я вчера начитался немножко брошюры. Здорово, конкурент, да? Зачинили. Один подписчик, я извини, забыл. Давайте, Серёга. До свидания. Счастливо. Потом как не приеду.
Давай, к уборочной подтягивайся. Вот такая вот накладка. Она, скорее всего, будет одноразовая, на один сезончик. Вот так одевается. Сделан для того, чтобы у меня не вытирался маятниковый брус вот здесь вот. От дышла. Именно от дышла прицепа-перегрузчика. Потому что прицеп-перегрузчик полуприцепной. Часть веса давит именно на дышло. Отверстие выжгли сваркой. Сделали его, ну, больше, чем положено. Специально, чтобы не закусило ничего пальцы. Так что... Кто посоветовал, спасибо. Посмотрим, как будет работать. За подсказку. Ну, люди работают, говорят, на сезон хватает. Потом просто сделаем другую накладку такую вот. И работаем. Все очень просто. Надо убрать его отсюда. И, в принципе... В принципе, все, пока что. Водовозы. У деда заработок отобрал. И у деда отжал КамАЗ, ага. Конкурсант. Конкурсант я был в июле, не в мае. Точнее, в апреле. А сейчас нет. Один мал тут ходил, это как волонтер. Конкурсант, да. Ну рассказывай, что делаешь. Да, объясняй. Куда молчишь? Подписчикам объясняй, что делаешь. Ты, тебе, что делаешь? Ты взял себе КамАЗ с того, короче, и решил его починить, да? Да. А работу на него вообще планируешь? Конечно. Нет. Да, починишься, а практика закончилась, да? Нет, практика кончилась. А уже кончилась? Да. Ты остался? Да. Дай с этой вот этой штукой будешь что делать, дай? Я пытался отмывать, мы концентратом мыли ее. Она не отмывает. Ну а что это? А зелить надо. Проблемы, из чего вышибал-то решаться там будет? Там радиатор с сплошняком, вообще с сплошняком был забит. Да, не, знаешь, он кипит? Кипел он? Сейчас я не знаю, его сколько греть надо. Не, ну это груженый, да, это же только в поле покажет. Термостатов вообще не было, термостат новый дядя Сань дал поставить. Блин, ну как ты так? Сколько у тебя права дней? Через сколько дней ты КамАЗ получил? -15. 15 дней? Минус 15. Ты когда минус сдал? 10. Недель две назад сдал. Кого? На С. Я там просидел весь день, они пропустили других, а мне... Не, ну понятно, ну правда ты получил? Б есть, С нет. 28-го только поеду. А, понял. Ты, короче, в пропуск пока готовишь. А, минус 15, я понял. Комплект тормозных накладок. Это вообще, глянь, новые трещотки тормозные. Это обалдеть, глянь. Все, работы я не хочу, глянь. Все по-нерусски даже написано, нахуй. Это Джон Дир, бля. А? Даже у меня такой комплектации на масс не было. На масс? Угу. Это что такое? Прокладки все, глянь. Какие хош, нахуй. Сальники, какие хош, нахуй. Трещотки турецкие. Сальники были. Нет. Один сальник был, и то хреновый. Не поймешь. Ты подожди, ну ты какую же по счету перебираешь? Какой это по счету? Пока первый только? О. А ну, я ведь... Ну до уборки успеешь, нахуй. Ну что, у меня в сутки по одной и нормально. Ее мыть постоянно. Пойдем другой КамАЗ посмотрим. О, тут вообще навье, глянь. Вот от КамАЗисов снабжают. Глянь, барабаны новые, а? Хуета. Шкварням пизда. Барабанам пизда. Что вы думаете по этому поводу? Ну ты уже сказал. Понятно. Ну, походит еще в одних руках. Фух, да буху ебал. Скажите пару слов нашей газете. Нет. У меня нет плохого. Не знаю, закопил хорошо?
Тут же хорошо. Она бывает и здесь пришла. Да, тут бывает. Ну, бочком ее. Держи бочком. Да, держи бочком. Ну вот, вот так. Во-во-во-во. Жидковато она что-то. Нихуя себе! Давай открою двери, там внутри. Нет, да? Не будешь там? Я в кабине? Да. Блин, как он? А, ты, наверное, не застал? Тучка тут работала? Застал? Не, я только слышал про него. А-а-а. На классе он работал. Пусть один работал, он на 12-21 работал. Подъехал на мойку, блядь. Моет трактор, потом открывает кабину, двери нахуй, пошел в кабине хуярить. Все, да? Все, блядь, помыл. Приборку, все, да? Все, все, блядь, помыл нахуй. Довольный сидит нахуй. Механик приходит, Жень, надо в Курбатово ехать. Нахуй. Ну, блядь, поедет, сидит нахуй. Тоже все, блядь, в воде нахуй. А. Бля. Погодка испортилась. Утро нового рабочего дня. Я приезжаю, а тут что-то какая-то движуха происходит уже с утра пораньше. А тут, оказывается, техосмотр комбайнов. Гостехнадзор приехал района, проверяет технику, ее готовность к предстоящей уборочной страде. Сейчас он РСМ тоже там у нас едут потихоньку. Михаил чижатку отцеплял. Сейчас подъедет. Витек едет. На комбайне на РСМе работает Витька, который работает на Джон Дире. Самоходом опрыскиватели. Здорово. А второй РСМ у нас человек приходит работать. У нас нет постоянного комбайнера. Не, у меня весной был, Сергей Николаевич. У тебя ТО другое, камера, я имею в виду. Да, это у меня все есть, Из далека надо. У меня и прицеп прошел ТО, и это пришло ТО, все нормально. Ну все, у тебя же поморгал. Не, все, выключил. Все моргают красиво так. Ребята, вставайте в рядок. Сергей Николаевич, а ты как? Ты тоже комбайнер. Давай, иди. Я буду фотографом. Ну так, а почему вертикально, горизонтально фоткой? А я сейчас так и так. Понял. Новая башка?